Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и, собственно, это ролик касаемо The Isle of Rima. Как могли понять из названия ролика, сегодня мы будем мучить моего одного из самых любимых админов на Age of Dina и Rima, Саша Вальдемар. Походу, он еще не знает, что я сейчас сюда зашел. Я так чисто зашел в инвиз посмотреть, кто из игроков сидит. И думаю, дайте-ка я, короче говоря, увидел Вальдемара, дайте я его помучаю. Он пока еще ничего не подозревает, сидит на церкви, растится. Я такой зашел на Амнирапторе. Ну, давайте посмотрим, что вышло. Ух ты, он меня тэпает. Ха, а он спалил, он, короче... Да, я понял, он посмотрел, кто сидит на Амнирапторе. И смотрите, что он делает. Смотрите, он тэпает меня, короче. Не, ну я тебе, конечно, сегодня... Ох, голову-то поломаю, Саня. Держи, родной. Все для тебя, все по любви. Ага. Ага. Давай, давай, Саша, давай, 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 тяни, тяни, тяни. Блин, ну без нутриентов, конечно, мой Омнираптор вообще просто слабак, слабачевский. Ух ты, а ты силен. А мы делаем вот так. Опа. И здрасте, и нас нет, мы пропали. Что ты будешь делать? Да, надеюсь, если Алексашка увидит этот ролик, он мне по жопе не надает. Так, прописываем хил. Интересно, он это заметил? Саня, я тут. Что он делает? Что он делает? Что он стоит? Короче, ладно, получай. Смотрите, он мне написал: Ванька, ща по попе. Ну, Сань, ну как-то ваши админские будни надо чуть-чуть разбавлять. Че, вы просто так сидите в инвизе, там балдеете, да? Сходили, чайку налили. Где-то что-то пропустили, кто-то что-то нарушил, а вы даже и не знаете. Потом вам будут жаловаться. А тут раз, Ванька пришел. Ладно, тебе по жопе надавать, окей. Давай, Саня. Блин, жду того момента, когда Алексашка будет на Age of Dina и Rima, блин. Я его замучу. Вот Саню, Алексашку я просто замучаю до смерти, блин. Где ты, родной? А я хильнулся, да. И. Держи. Ух ты, да ты силен. Окей. Слушай, ты меня сейчас вообще можешь слейнуть просто тупо. Но я знаю, ты не будешь этого делать. Опа. И нету меня. И где мы? Ага. Ну ладно, хорош, хорош. Окей, Саша, твои мучения на этом будут не закончены. Так, следующий у нас Страдон. Фикс. Где у нас Саша? Я у нас Вальдемар. А летим. Тик. А летим через весь остров. С одного конца в другой. Ради такого-то. Саня, я готов за тобой даже на гетуэй прилететь. Ты не поверишь. Тик. Он, короче, бегает тут. Он думает, что все, наверное, да, типа... Или чё? Или он все-таки, мне кажется, он чувствует подвох, да? Аккуратненько надо приземлиться. Приземлиться. Ага. Стоит. Расслабился, не тут ты было. Дружочек, ищи меня. Здрасте. Как вам такое? Он меня пытается, короче, снять, но ничего не выходит. Ну чё, Сань?
Утрадом-то получше ночное видение, да? А яду получил. Ой, яду-то получил. Давай, 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 давай. Оп. А меня нету. А меня нету, Саня. Чё будешь делать? Я представляю, как в это время у него уже, наверное, пукан чуть-чуть загорался. Икс. Опа, здрасте опять. Надо в следующий раз, знаете, как сделать? Короче, если я увижу еще каких-нибудь троадонов. А троадоны по-любому будут мои подписчики. Я с ними договорюсь, увижу Вальдемара или Алексашку. Потепу их в определенное место и начну кусать админов. Здрасте. Ну чё, Саня, никак, да? Короче. Саш, я тебе говорю. Короче, я знаю, ты смотришь этот ролик. Тебе было бы проще, знаешь, как сделать? Тэпнуть куда-нибудь меня, блин, на вышку, оставить там. А хотя я тэпнулся бы обратно бы к тебе. Да. Или куда-нибудь тэпнуть за границей закрытой карты, и там мне надрается задницу с легкостью. Ну, хорошо. Ладно. Я согласен. Ладно. Окей. Так, может быть, может быть. Нам взять что-нибудь покрупнее. Так, стегозавр, ну, не знаю. Так, трану, дейнозух. Блин, а почему бы не взять дейнозуха? Хотя, может быть, ему еще немножко покомпенсировать мозги, так сказать. Или все-таки, ну ладно. Ладно, давайте еще немножко, еще чуть-чуть, так сказать, потроллим. Гров на соточку. Ох, Сашка. Да, кстати, ребята, я очень максимально вас каждого призываю, заходите играть на сервере Age of Dina Evrima. Там вы можете попасть в мой ролик. Да. А, вот и Саша. Зачем ты ходишь с троадоном во рту? Короче, сейчас я буду рвать и метать, вот сейчас я буду рвать и метать. Под конец, наверное, я все-таки возьму дейнозуху, чтобы окончательно надрать ему зад. А что он делает? Он просто стоит, сдается мне, да? Он уже, мне кажется, уже, знаете... Нет. Я думал, что он замучился. И, кстати, я смотрю по шрамам его цератозавра. Он, кстати, себя не хилит, играет прям по чесноку, не то что я, да? Он что, блин, бессмертный, что ли? Вот этот момент мне больше нравится. Раз и пропал. А зачем ты кусаешь воздух? Да нет меня там. Оглянись назад, я сзади. Ах, Саня, и бан-то не прописать, и кик-то никак не сделать, да? Ай-яй-яй-яй. Ох, Скайтоп, Аша. Ох, шалун. Ну, блин, пошел в закус, ну хорошо, ладно. Ну, знаешь, я тебя, в принципе, наверное, предупреждал. Я предупреждал, но ты этого не слышал за кадром. Тикс. Корневоры. Дейнос. Ух. Ох, от этого малого ты вряд ли спасешься, но я буду тебя жрать до конца, мой любимый. Он сейчас, наверное, будет в афиге. Честно. Так, рост на соточку.
Да, было бы приятно, если бы, конечно, нутриентики еще были. Но нутриенты, к сожалению, прописать нельзя. Так, Саша. А где Саша? Не понял. Ну-ка, стоять. Где Саша? А, вон он. Я думал, он, короче, уже ливнул сервака. Я его достал по полной. Блин, у него ровно... Там час-два, не знаю, чтобы зайти, поадминить. А тут еще Скай заходит, еще выносит мозги. Так. Давайте ему напишем в анонсах, Саня. Ща ты офигеешь. Да. Достаточно. И он такой. Чего? Не понял. Ну чё, побежишь? Беги, Саш. Лучше беги. Вот сейчас отвечаю. Лучше беги, блин, нафиг. Да, да ты чё? Ты такой смелый, ну окей. Давай. Давай, давай, давай. Я сейчас просто откушу тебе хвост, лап твои, там, не знаю, что у тебя там еще растет. Переварю и выплюну. Все, ладно, иди сюда, короче, напишем ему. Да иди сюда, иди сюда. Ну я просто с тобой сфоткаюсь, ладно, все, остынь. Остынь, я хочу сфоткаться. Ну хорош ты уже, ну ты достал. Ну ты достал меня реально, блин. Давайте сделаем вид, что мы боимся. Просто побежим. Просто побежим. Ага. Все, инфицирующие укусы закончились, что ли? А, нет, еще накидывает, накидывает. Ну, блин, да и на зуху это просто, как ты знаешь, это ни о чем. Это мертвого припарка. Сань, я обливать не начну, у меня это не действует. Так. Ну ладно, короче, так уж и быть, я тебя сейчас немножко покусаю, может быть, и сдамся. Так как я очень уважаю админов Age of Dina, поэтому я сейчас... Рост еще вот такой сделаю себе. А, как ты посмел тронуть хэтчика, боже мой. Ай, как нехорошо, ай, как нехорошо. Короче, ладно, если понравился видос, обязательно палец вверх, подписка на канал. Да, друзья, обязательно заходите на сервер Age of Dina, там всегда веселье, отзывчивая администрация и самая теплая комьюнити. Там всегда вы найдете меня, можете попасть в наш ролик, а также там проходят наши стримы. Саня, это не конец, я тебе обещаю, я тебе еще ноги выдеру.